Друзья, сегодня поговорим об очень интересующих всех теме, сколько зарабатывают гипнологи и слиперы. Действительно, это профессия будущего, и это отличная профессия, которую можно совмещать и с работой по дому, и с основной работой. Она действительно очень хорошо комбинируется, как минимум, как подработка. Когда наши выпускники выходят из школы, как правило, минимальный сеанс, скажем, диагностики и чистки, которые школа в том числе распространяет между учениками, ну и в целом, да, если посмотреть, он стоит 13 758, ну где-то около 10 тысяч, да, иногда чуть больше, плюс-минус. Это первый уровень после окончания обучения. Соответственно, таких сеансов вы можете, ну, хотя бы 2-3 в месяц уж точно сделать, особенно если модуль по маркетингу. Соответственно, ну, посчитайте, да, это легко, да, по отзывам наших выпускников по опросу, они зарабатывают там 30-40 легко в месяц. Дальше, соответственно, если вы раскручиваетесь, дальше, ну, мы тоже раскручиваем наших выпускников, там, через лабораторию, через интервью, вам начинают заказывать сеансы, там может доходить до 80-90, ну, дальше, если вы куратором станете, так, ну, там, понятно, да, еще дополнительно за кураторство и так далее. Ну, и если это любитель, если это человек, ну, с улицы, так скажем, ну, не владеет, не прошел школу, ну, там минимум будет, например, 5000 рублей за сеанс, да. Соответственно, что очень хорошо, за один сеанс вы можете сделать несколько человек. Поэтому присоединяйтесь.